Вітаю вас в ефірі передачі «Моє житло». І гостем нашої студії сьогодні є начальник відділу по зв'язках з громадськістю та ЗМІ державного підприємства «Криворізька теплоцентраль» Світлана Кудінова. Добрий день, Світлана Володимирівна. І перше запитання до вас щодо підготовки до нового опалювального сезону 2015-2016 років. Добрий день. Наше предприятие, как любое теплогенерирующее предприятие, оно относится к числу не сезонных предприятий, а предприятий, которые оказывают услуги и проводят свои необходимые для функционирования предприятия в отопительный сезон мероприятия круглый год. Поэтому ремонтная кампания является одним из мероприятий, которое просто необходимо для того, чтобы в отопительный сезон мы могли производить тепловую энергию и оказывать услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой бесперебойно и без аварийных ситуаций, без сбоев. Для этого необходимо в межотопительный период проводить определенные мероприятия, которые связаны с ремонтами. Это измена труб, как магистральных, так и квартальных. Это благоустройство мест проведения ремонтных работ. Это изоляция, теплоизоляция трубопроводов, которая помогает сберегать тепловую энергию, да, и уменьшать потери ее от производителя до потребителя. То есть требуется как бы достаточно большое количество работ, которые подготовительных, которые нужны для того, чтобы предприятие в отопительный сезон работало достаточно эффективно. Естественно, все это происходит, все это производится на основании законодательных и нормативных актов, таких как законы про теплопостачание, жилищно-коммунальные послуги и правила подготовки до опалювального сезону та правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій. Тобто на основі цих законодавчих і нормативних актів как бы, существує єдиний підхід, существують єдині правила, які как бы, регламентують нашу роботу в літній період. Тому, звісно, все, що зараз відбувається, все, что производится нами в плане ремонтной кампании и подготовки к отопительному сезону, это очень и очень важно. И, конечно, немаловажно, что для того, чтобы это все производить и производить вовремя и в нужных количествах, в нужных объемах, нам необходимо, чтобы в достаточной мере поступали финансовые средства, в том числе от наших потребителей, самым большим из них является население, то есть это население, которое относится и к жилищно-строительным кооперативам, к ОСББ, и население, которое как бы проживает просто в домах, которые обслуживают теплоцентраль. То есть очень важной как бы, работой на сегодняшний день для нас является работа по сбору средств и возвращению долгов, которые, скажем так, накопились у нас за отопительный сезон как 2014-2015 года, так и как бы ранее. И наступное запитание. Что самое робит предприятие в плане энергосбережения? Ну, что такое энергосбережение в плане теплоснабжающей организации, теплоснабжающего предприятия? Энергосбережение – это сокращение потерь от производства, от производителя тепловой энергии до непосредственно потребителя, то есть в дома, в квартиры потребителей услуги централизованного отопления, куда, скажем, мы ее поставляем. Ну, из статистики известно, что самые большие потери, которые происходят, это потери непосредственно в домах, то есть у конечного потребителя, да, в конечной точке поступления тепловой энергии и в квартирах. Что касается потерь тепловой энергии при производстве, то есть на котельнях, это небольшой процент, до 2%, как бы, и мы с этим достаточно эффективно боремся, потому что, опять-таки, в межотопительный период мы осуществляем ряд мероприятий ремонтного характера, которые как бы, помогают сберегать нам
тепловую энергию в том объеме, в котором мы ее производим. Что касается поступления тепловой энергии от производителя, от места, где она производится, то есть котельных, то это транспортировка тепловой энергии, то есть магистральные трубопроводы, которые, как бы, вот опять-таки, как я до этого говорила, да, в межотопительный период мы достаточно успешно, если у нас есть финансовые средства, либо приводим в надлежащее состояние, то есть обновляем их, да, или демонтируем и ставим новые. Это касается магистральных и межквартальных трубопроводов, производим изоляцию этих трубопроводов, то есть максимально стараемся уменьшить потери тепловой энергии вот при транспортировке за счет этих мероприятий. В принципе, потери, которые составляют при транспортировке, это около 11%, то есть тоже, в принципе, незначительно. Самые большие потери, которые, как бы, происходят, это потери непосредственно в домах и квартирах наших потребителей, до 40%. И вот для этого я хочу обратиться к вам, наши уважаемые потребители, что, как бы, очень много для того, чтобы тепло было у вас дома зимой, вам необходимо сделать сейчас. Это и замена окон на пластиковые, которые более герметичны и помогают сохранить тепло у себя дома, да? Это и замена батарей, для того, чтобы новые, более, скажем так, мощные могли передавать, да, в ваше помещение больше тепла. Это и многие другие там мероприятия, которые вы, в принципе, можете почитать у нас на сайте. То есть там целый перечень разного рода мероприятий, которые способствуют тому, чтобы вы могли утеплить свое жилище. Это как и в летний период вы можете сделать, так же уже и при подаче тепловой энергии, то есть в отопительный сезон, как бы, у вас есть возможность утеплять свое жилище. Это 40%, еще раз подчеркиваю, что 40% тепла вы можете самостоятельно сберегать у себя в жилище для того, чтобы поддерживать санитарные нормы. А что нового в законодательстве, та як ці зміни впливають на фінансовий стан підприємства? С введением 6 июня этого года изменений в законодательстве, то есть закона Украины 2214 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся стабилизации финансового состояния НАК «Нафтогаз», к сожалению, финансовое состояние нашего предприятия никоим образом не сможет улучшиться, потому что эти законодательные акты, они предполагают много таких мероприятий, проводимых в пользу, скажем так, поставщика природного газа, которые для предприятий теплоэнергетики могут оказаться губительными. То есть финансовое состояние, скажем, вот при таких изменениях, какие будут внесены, в плане того, что предполагается предоплата за природный газ предприятий, которые его получают для производства тепла, при том, что тем же законодательством Украины подчеркивается, существует статья, по которой те, которые получают тепловую энергию, да, или услуги по централизованному отоплению, они оплачивают это все в месяц, следующий за месяцем получения услуги. То есть мы должны делать предоплату, авансовый платеж за природный газ, при том, что наши потребители, как бы, будут оплачивать нам на месяц позже. Учитывая, что на сегодняшний день платежная дисциплина наших потребителей составляет не более 60-65%, это очень низкая платежная дисциплина, потому что в годы, которые предшествовали, там, допустим, этому отопительному сезону, она составляла до 85%. То есть, да, учитывая, что очень сильно упал жизненный уровень населения, можно понять, почему, да, там, ну, меньше на 20%. Но что касается нашего предприятия, то это, ну, очень сложно, очень тяжело переносится вот этот недостаток средств.
как в отопительный сезон, так и, скажем, межотопительный период, когда надо проводить ремонтную кампанию. И вот учитывая как бы эти изменения, состояние наше финансовое, как бы, по всей видимости, ухудшится еще больше, потому что, ну, предоплата, при том, что нам не доплачивают даже то, что положено, это очень сложно будет. Пока даже трудно предположить, как. А у связи с чем выникла заборгованность за газ? Да, у нас действительно, у нашего предприятия существует достаточно большая задолженность за газ, которая, скажем так, накапливалась не за один год. То есть, учитывая тот момент, что очень долгие годы единственным оптовым покупателем тепловой энергии являлось коммунальное предприятие «Криворижь Тепломережа», и они были основным нашим как бы потребителем, который дальше продавал нашу тепловую энергию населению. И, к сожалению, не рассчитывался с нами вовремя и в полном объеме за полученное, как бы, за полученный товар. Вот эта задолженность, она накапливалась как бы годами, и вот соотношение нашей задолженности за газ и задолженности теплосети, она практически идентична. То есть, в принципе, это очень схожие цифры. Но это как бы один момент. Второй момент — это то, что, ну, тарифы, скажем так, долгое время оставались вот до 2012 года вообще не пересматривались, да, вот где-то начиная с 2008 года до 2012 практически никаких изменений в тарифообразовании не происходило. С 2012 года изменения шли, но эти изменения шли только на газовую составляющую. А что с приводу работы предприятия по заборгованности населения? Вот буквально вчера мы проводили собрание с председателями жилищно-строительных кооперативов и ОСББ и говорили о том, что задолженность, которая на сегодняшний день у них имеется, с 1 июля, вот из-за того, что, скажем, вводится в действие вот этот закон 2214, она увеличится практически в полтора раза. То есть мы, если до этого мы щадили наших потребителей и позволяли им, там, скажем, частями гасить, не наращивая долг, вот те долги, которые, ту задолженность, которая у них уже имеется, то с 1 июля мы вынуждены вводить такие меры, как штрафные санкции, пени, финансовые санкции, которые на сегодняшний день подразумевают возрастание задолженности практически там в полтора раза, ну, процентов на 70, это точно. Почему? Потому что с марта месяца учетная ставка НБУ составляет 30%, и индекс инфляции, он помесячно меняется, но прогнозный на год на сегодняшний день составляет 140%. То есть, опять же, каждый месяц он изменяется, изменяется в сторону роста, то есть он увеличивается. Поэтому, когда будут насчитаны штрафные санкции, включена пени, включены финансовые там санкции от нашего предприятия, то долг возрастет и возрастет намного. Светлана Володимировна, расскажите, будь ласка, більш детально про піар-акції вашого підприємства. Ну, у нас на предприятии существует отдел по работе с общественностью, средствами массовой информации. И как бы регулярно мы стараемся освещать деятельность предприятия и все, что у нас происходит, как в средствах массовой информации непосредственно, так и у нас на сайте, и на ресурсном центре есть такой информационный портал в нашем городе, я думаю, все о нем знают. Регулярно мы как бы проводим собрания, сборы различного рода, как с председателями ОСББ и ЖСК, так и просто с населением, если возникает такая необходимость. Мы посещаем предприятия, мы разговариваем как бы с достаточно большим количеством людей и освещаем все это в прессе для того, чтобы как бы еще раз напомнить, еще раз подчеркнуть, что тепло – это такой же товар, такая же услуга, как и многие другие. То есть, если вы ее потребляете, если вы ее приобрели, пожалуйста, заплатите. Потому что очень тяжело придется нам с вами в следующий отопительный сезон. И вот как бы с этой целью мы многие наши акции проводим.
І наступне запитання. Методи енергоефективності спільно зі споживачами. Як ви це бачите? Ну, мы немножко уже с вами об этом говорили, да, то есть, в принципе, то, что касается нашего предприятия, это в основном ремонтная компания, связанная с нашими теплотрассами и котельными. Что касается потребителей, это утепление домов. Утепление домов, мест общественного пользования, подъездов там, и так далее. У населення виникає багато запитань відносно нових тарифів. Существует регулятор, который непосредственно отвечает за установление тарифов на тепловую энергию, на услуги централизованного отопления и снабжения горячей водой. Этот регулятор – Национальная комиссия по регулированию вопросов в сфере энергетики и коммунальных услуг. Каким образом осуществляется механизм формирования тарифов? Непосредственно те, кто производит тепловую энергию, оказывают услуги, они предоставляют перечень своих затрат, связанных, скажем, с осуществлением этой деятельности в Национальную комиссию, а она уже, скажем так, утверждает или не утверждает, то есть регулирует вот эти моменты. Но на сегодняшний день хочу как бы вот отметить, что в основном рост тарифов он связан с удорожанием энергоресурсов. Это удорожание газа, это удорожание электроэнергии и так далее. То есть даже рост заработной платы, поскольку заморожена минимальная, в основном все предприятия теплоэнергетики отталкиваются от минимальной заработной платы, она незначительна. Ну, для сравнения, около 75% в тарифе – это стоимость энергоресурсов, это стоимость газа, электроэнергии, воды и так далее. Около 8% составляет фонд заработной платы, ну а все остальное – это те необходимые минимальные затраты, которые необходимы предприятию для того, чтобы оно функционировало. Вот, поэтому на сегодняшний день рост тарифов – это практически рост цен на энергоресурсы. Вот с этим оно как бы в основном и связано. Дякую вам, Світлана Володимирівна. А я нагадую, що гостем нашої студії була Світлана Кудінова. До нових зустрічей на телеканалі «Рудана».